أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم дорогие братья إن شاء الله продолжим наш урок по книге Ибн Касира, Кисасуль Анбия. И напомню, в последний раз мы закончили пророка Юсуфа, алейхиссалям. И сегодня мы будем рассматривать одного из пророков. После Юсуфа мы еще рассматривали Аюба, алейхиссалям, и тему терпения. Сегодня же мы рассмотрим другого пророка, которого называют Зуннун, то есть что означает обладатель рыбы, обладающий рыбой. И почему такое название ему было дано, мы сегодня тоже об этом поговорим и, иншаллах, постараемся узнать. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить вообще, для чего мы изучаем эти рассказы о пророках, которые в очень большом количестве приводятся повсеместно во всем священном Коране. Напомню, дабы мы постоянно пытались достигать ту цель, которую мы ставим от их изучения. И напомню, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, лакад кана фи касасихим ибратул ли улил альбаб». Всевышний Аллах говорит в суре Юсуф, в суре, которую он назвал «Лучшие из рассказов», говорит, что в этих историях, повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. То есть первое, мы должны в этих рассказах искать для себя какое-либо назидание. Назидание для них, то есть какой-то урок для себя мы должны, значит, из них постараться извлекать. Не просто так слушать, находиться здесь. Следующее, о чем Аллах говорит, «На океана хадиса юфтара». Это, говорит, невымышленный рассказ. Второе, мы посредством этих рассказов о пророках изучаем достоверную, чистую историю человечества. Историю, которая не облечена в те лживые одежды, которые на сегодняшний день нам пытаются преподнести. Это история от сотворения Адама, алейхиссалям, до пророка Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям. Те ее эпизоды, фрагменты, о которых сам Всевышний Аллах пожелал нам в своей книге рассказать. Далее Аллах субхана ва тааля говорит в этом аяте: «Валякин тасдик аллази байна йадай». Подтверждение тому, что было до него. То есть в этих историях Аллах субхана ва тааля подтверждает своему пророку Мухаммаду саллиллаху алейхи ва саллям то, что происходило с теми пророками, с теми народами, которые жили до него. И последнее, о чем говорится: «Ва тафсиля кулли шейин». И разъяснение всякой вещи. То есть посредством этих рассказов мы можем для себя понять, расшифровать очень многие аспекты человеческой истории. Можем понять очень многие аспекты человеческого бытия, которые посредством них Аллах субхана ва тааля в их примерах для нас раскрывает. И заканчивает этот аят Всевышний Аллах словами: «Ва худау ва рахматан ликауми юминун». И это является, говорит, верное руководство и милость для верующих людей. То есть целая плеяда для нас полезностей мы можем извлечь из рассказов о пророках, которые приводятся в Коране, изучая их. И в результате, подытоживая, что мы должны получить? Мы должны укреплять свою веру посредством них, извлекать из этих уроков назидание для себя, мудрость определенную и увещевание. Ибо в этих большинстве рассказов Всевышний Аллах увещевает человечество от того, что их может ждать, если оно будет следовать не тем путем. А как говорится в пословице, да, умный человек учится на чужих ошибках, а не на своих. Поэтому, извлекая, изучая народы, их ошибки, которые были до нас, мы, иншаллах, можем сделать правильные выводы для нашего сегодняшнего существования и жизни на этой земле. И напомню, сегодня у нас на очереди пророк, которого в Коране называют Зуннун, обладатель рыбы. И это человек Юнус бин Матта. То есть Юнус бин Матта — это пророк Аллаха, которого он, свят он и велик, отправил в город, который назывался тогда Ниневия.
Ниневии. Это находится город вблизи современного Мосула, это территория современного Ирака. И что примечательно, что он отправил, то есть это был огромный город на тот момент. То есть и об этом сам Всевышний Аллах в Коране, об этом позже этот аят зачитаю, приводит то, что там жило 100 тысяч человек. Представляете, да? То есть в те времена 100 тысяч – это очень огромный город был. То есть, к примеру, город, в котором я жил в Крыму, Бахчисарай, да, это 27 тысяч человек. Это в 4 раза больше Бахчисарай город, как минимум. Так, да. Да, тем более на те времена. И вот когда он пришел своему народу, начал увещевать, да, а чем этот народ отличался? Он не отличался, по сути, ничем от других. То есть он был в заблуждении, поклонялся вымышленным богам, идолам. И Юнус бин Матта начал их вызывать к Всевышнему Аллаху. И каков был их ответ, да? Всевышний Аллах нам говорит: «Казалика ма аталлязина мин каблихим мир расулин илля каалю сахирун ау маджнун». И говорит, каким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили два обвинения, да, сахарун маджнун, ау маджнун. То есть либо он колдун, либо он одержимый. То есть они начали усмехаться над ним, начали издеваться над ним, начали нарекать его различными некрасивыми, неприятными словами. А почему? Потому что они жили на том, на чем застали своих предков, о чем Аллах говорит. Их ответ, когда он, обращаясь к ним, говорил: почему же вы не следуете тому, что я вам призываю, тому, что я для вас принес. Они говорили: «Инна ваджадна абаана аля умматиу ва инна аля асарихим муктадун». Они говорили: «Воистину мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». То есть это вот классическое, скажем, оправдание всех, кто отвергал пророков, да, их обозвать какими-то самыми неприятными, неприличными словами и делать так, как считаешь сам нужным. К сожалению, это история повторяющаяся, и обвинения в адрес верующих, они до сегодняшнего дня присутствуют, и как только не называют сегодня уверовавших, и сектанты, и фундаменталисты, и исламисты, и я не знаю, там какие исты, то есть обвинения, они, естественно, сохраняются, это истина жизни определенная, да, то есть когда в общество приходит с чем-то противоречащим, противоположным тому, что в обществе принято, естественно, сразу ты становишься в опале, да, то есть ты становишься обвиняемым в чем-то, так как люди по своей природе не хотят брать то, зачем они не идут, да, и по своей природе они, многие люди ленивы, да, даже не хотят думать, размышлять над тем, что им говорят. И таким образом шли года, то есть Юнус бин Матта призывал свой народ, напомню, это город Ниневия, призывал, очень долго, не упоминается количество лет, сколько он вел свой призыв, но никто за ним не последовал. Представьте, если мы уже в предыдущих рассказах, историях смотрели то, что там были подобные ситуации, когда Нух, алейхиссалям, когда Ибрахим там долгое время призывали, там несколько человек хотя бы уверовало, да, один, два, три, ну были такие. Но Юнуса бин Матту ни один человек так и не уверовал. Представьте, этих 100 тысяч человек, которым он был отправлен, ни один человек не принял его призыв и остался на своих убеждениях. И тогда Всевышний Аллах внушил Юнусу бин Матта то, что если твой народ не уверует в течение 3 дней, то на них будет низвергнуто наказание. И Юнус пришел к своему народу опять и начал их взывать, что знаете же, что Всевышний Аллах вам уготовил мучительные наказания, если вы не исправитесь, не изменитесь, не покаетесь в течение 3 дней. И он ходил, взывал к ним. И получается, он взывал, но они оставались на своем. И вот один из последних дней Юнус бин Матта решил покинуть свой город и сделать, как говорится, хиджру на пути Аллаха. Он покинул этот город. Но в самый последний момент, что с этими людьми произошло? Очень интересное, что произошло. Это вообще впервые в истории такое было, наверное, единственный пример в истории,
и о котором сам Аллах Субхану Тааля вот что нам говорит. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Разве были селения, Аллах Субхану Тааля к нам с вопросом обращается, разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание и им помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в жизни мирской и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени. То есть, о чем эти слова Аллаха Субхану Тааля? То есть, когда Юнус, отчаявшись в своем народе и сделав для себя скороспешный, а почему скороспешный, мы чуть позже об этом поймем, вывод, что все, оларни шичатар, да, то есть они уже неисправимы, не дождавшись окончания 3 дней, он ушел, думая, что постигнет наказание. Но когда они остались, ну то есть жители, они вдруг в самый последний момент осознали, что играют с огнем. И они восприняли по-другому слова Юнуса, которые он на протяжении долгих лет их призывал. И вот что Ибн Касир пишет об этом. Когда же Юнус покинул их, они убедились в неизбежности наказания. И Аллах Субхану ва Тааля внушил им мысль о необходимости покаяния. То есть Аллах внушил мысль, чтобы они таубу сделали. После чего эти люди стали сожалеть о том, что они обошлись со своим пророком подобным образом, облачились в черные одежды, показать свою именно скорбь. Они отделили весь свой домашний скот от приплода, а потом вышли все вместе на улицу, принялись громко взывать к мольбами к Всевышнему и Великому Аллаху, кричать, умолять его и жаловаться ему на свое бездейственное положение. И этот великий и ужасный день мужчины и женщины и дети плакали, верблюды и верблюжата ревели, коровы и телята мычали, овцы и ягнята блеяли и сожалели для них. Великий Всевышний Аллах избавил их от наказания, которое им грозило. То есть, что получилось? Юнус бин Матта покидает Ниневию, уходит. Его народ в самый последний момент делает тауба, делает искреннее покаяние, и Всевышний Аллах прощает их. И о чем говорится в этом аяте? То есть, весь народ полноценно уверовал в отсутствие своего пророка. Лишь через какое-то время они восприняли его слова, и в их сердца вошел полноценный иман, и они стали из числа уверовавших. Что же стало с Юнусом в дальнейшем? Ниневия — это недалеко от Масула, то есть это недалеко от моря, да, находится, от Персидского залива. И Юнус бин Матта пошел, получается, к морю, решив сделать хиджру, переселиться в другое место и призывать к Всевышнему Аллаху уже других людей. И вот Аллах нам говорит: «Ваинна Юнуса ля миналь мурсалин». И вот мы отправили Юнуса посланником. «Из абака иля льфулькиль машхун». И он сбежал, Аллах Субхану Тааля такое слово использует, да, и он сбежал на корабль, который был переполнен. Что это был за корабль? То есть, придя к причалу, к берегу, он увидел, что собирался отплывать корабль. И Юнус бин Матта решил тоже сесть на этот корабль и вместе с ними уплыть. И вот он сел на этот корабль. Корабль был очень перегружен людьми, различными грузами. И вот они отправились. И отправились, вышли они в море, как начало море штормить. Поднялся огромный шторм, стемнело, была ночь кромешная, корабль кидает по волнам. Корабль переполнен, у людей, соответственно, что начинает возникать страх. Это нормальное, естественное чувство человека. Начинает в сердцах возникать страх, начинают люди думать, что делать, как нам спастись, да, в этом сложном положении. Первое, к чему они приходят к мнению, они решили начать сбрасывать грузы с корабля, дабы вес корабля уменьшить. Все, что можно было, посбрасывали за борт, ну, ничего не помогает, корабль также кидает по волнам туда-сюда. Через некоторое время они понимают, что если сейчас часть людей не уйдет за борт, чтобы вы понимали, это открытое море, это ночь, это темнота, это шторм. То есть, ну, человек, который уходит за борт, это через, не знаю, минуту-две он уже
не житель этого мира, да, по-любому. Вот, и люди начали советоваться, как им поступить. Начали и приняли решение кидать жребия, о котором Всевышний Аллах что сказал. «Фасахама факяна миналь мудхадын». И он бросил жребие вместе с другими и оказался проигравшим. То есть люди начали бросать жребий, и дошла очередь до Юнуса, чтобы бросить жребий. И он бросает жребий, жребий выпадает на него, что он должен сбросить себя с корабля. Но так как люди знали, что он правдивый, честный человек, они начали уговаривать: «Не надо, говорит Юнус, давай мы еще раз бросим, пусть вместо тебя другой уйдет». Но он сказал: «Нет, если хотите перебрасывать, то в отношении меня». Опять перебрасывает второй раз, опять жребий выпадает на Юнуса. Опять он снимает одежды и собирается спрыгнуть с корабля, но люди опять ему третий раз уже говорят: «Давай еще раз перебросим». То есть решили третий раз они этот жребий перекинуть. Опять они кидают жребий, и третий раз выпадает на Юнуса бин Матту. И уже тогда стало очевидно, Юнус, алейхиссалям, понял, что целью этого всего происходящего был он. Что шторм поднялся, что буря началась, что не помогло ни сбрасывание лишнего багажа за борт, что было предписано, чтобы за борт ушел Юнус бин Матта. И когда это все произошло, он понял, что цель Всевышнего — это он. И тогда он снял свою одежду и выбросился за борт. И о чем говорит Всевышний Аллах? «Фальтакамагуль хуту вагуваль мулим». И его проглотила рыба, когда он был достоин порицания. То есть, как только он сбросил себя за борт, то, соответственно, Юнус бин Матта, находясь в воде, исполнилось то, чего хотел Всевышний Аллах. А хотел Всевышний Аллах того, чтобы испытать своего раба. И каким же образом это было испытание? Юнуса бин Матту поглотила огромная рыба. То есть некоторые это слово «худ», некоторые как «кит» переводят в словарях. Некоторые утверждают, что просто большая рыба, да? Некоторые ученые, которые комментируют это. То есть огромная рыба проглотила его. Но проглотила как? Проглотила так, Аллах велел этой рыбе, чтобы она поглотила Юнуса, не причиняя ему никакого вреда, не поглощая, не едя его мясо и не ломая его кости. То есть это была действительно огромная рыба, она его поглотила целиком, и Юнус оказался где? Оказался в чреве огромной рыбы. И вот в таком положении, в трех мраках, как в некоторых приводится в текстах, что это за были мраки? Это был мрак от чрева рыбы, то есть внутри ты находишься, правильно? Там темно. Это мрак моря, так как он был внутри воды, в глубине морской. И третий мрак – это мрак темноты от ночи. То есть в этих трех мраках оказался Юнус бин Матта. И когда он через некоторое время очнулся, он подумал, что он мертвый и что он умер. Но через некоторое время он пошевелил руками, ногами, он понял на самом деле, что он жив. И жив он в том месте, в котором никто еще не был из живых людей в живом состоянии. И от этого чувства, что он в таком месте оказался единственный человек, он решил поклониться Аллаху, то есть сделать земной поклон Всевышнему Аллаху. И как он сказал, что: «О Аллах, я, говорит, тебе сделаю земной поклон в том месте, где никто тебе его еще не совершал». И Юнус бин Матта в чреве огромной рыбы совершает земной поклон, кланяется Всевышнему Аллаху и еще раз осознает, что совершил ошибку. И напомню, как он совершил ошибку. Он очень рано разочаровался в своем народе. Он преждевременно отчаялся и оставил свой народ, и покинул его. И за это он был подвержен вот таким вот испытаниям, что он оказался на корабле, корабль был переполнен,
И корабль через некоторое время он спрыгнул с корабля в воду, и его поглотила огромная рыба. И Всевышний Аллах о чем говорит в дальнейшем? Если бы, говорит, смотрите, нет ничего, что не представляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословия. Это к чему? Когда Юнус, находясь в чреве рыбы, он услышал какие-то звуки на морской глубине, да, какие-то непонятные звуки услышал. И он спросил у Аллаха: о мой Господь, а что за звуки это, которые я слышу на морском дне? И Всевышний Аллах сказал эти слова, да, что нет ничего. Нет ничего до того, что не прославляло его. Но вы не понимаете их словословия. То есть Аллах Субхану Тааля ему сказал, что все, что сотворено на этой земле, все абсолютно, живые организмы, неживые, все это юсаббиху, да, то есть прославляет, восхваляет Всевышнего Аллаха. Только, говорит, ваши уши этого не слышат. И вот в тот момент Юнус бин Матта это услышал. И Юнус бин Матта начал постоянно обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбой. И смотрите, какая это прекрасная мольба. И, между прочим, эта мольба, одна из сильнейших молитв. Ее рекомендовано заучить всем мусульманам и пользоваться этими словами. И когда он находился в этих мраках, да, «Фанада физ зулюмат», и возвал он, Аллах Субхану Тааля говорит, из мрака. И что он сказал? «Ля иляха илля ант», «Нет божества, кроме тебя», «Субханака», «Пречистый», «Ин кунту миназ зуалимин», «И я лишь тот, кто сотворил зло сам по отношению к себе». То есть в этом дуа два составляющих, да, то есть первое — это воспаление Аллаха и признавание того, что человек совершил ошибку, да? Так как мы являемся людьми, и мы все по своей жизни хотим мы не хотим, но грехи совершаем, и вот здесь каждый из нас может вспомнить то, что, прося таким образом прощения этими словами, мы, иншаллах, будем исполнять вот то дуа, которое исполнял Юнус бин Матта, находясь в чреве рыбы. И вот когда он делал это дуа, говоря «Ля иляха илля ант субханака инни кунту мина залимин», эти его слова начали возноситься с морского дна на поверхность, с поверхности на первое небо, на второе, на третье, на четвертое и так до седьмого неба. Когда услышали ангелы какие-то звуки, исходящие из дна, они сказали Всевышнему Аллаху: «О Аллах, мы слышим какие-то звуки, знакомые, но мы не можем понять, кто это». Тогда Аллах Субхану Тааля сказал, что это Юнус, который находится сейчас в чреве рыбы, по моему велению, и он, даже находясь там, прославляет меня. Тогда ангелы сказали: «О Аллах, неужели, говорит, ты не спасешь его?» На что Аллах сказал, что я его спасу, но чуть позже. И вот здесь, смотрите, все свое нахождение, время, сколько он там находился, тоже не указывается, но находился он продолжительное время. Все это время Юнус бин Матта прославлял Всевышнего Аллаха, делал зикры, восхвалял его и таким образом проводил свое время внутри этого огромной рыбы. И далее Аллах Субхану Тааля, когда пришло время, которое Аллах предписал ему находиться там, на морской глубине, внутри рыбы, он сказал: «Фанабазнаху биль араи ва хуа саким». И мы выбросили его на открытую местность. То есть Аллах Субхану Тааля повелел рыбе, чтобы она подплыла к берегу и высвободила ее на берег. И Юнус бин Матта, Аллах Субхану Тааля еще указывает, «Ва хуа саким». И он в это время уже был очень больным. Очень больное у него состояние было. И почему оно было больное, Ибн Касир описывает, что он длительное время там находился, без нужного количества воздуха, да, как обычному человеку, без еды, без воды. И это все стало причиной того, что он стал, как он описывает, подобный только вылупившемуся цыпленку. То есть вот настолько у него чареса слабая, да, была, истощенный, больной. И
Какова милость Всевышнего Аллаха тем, кто его прославляет, восхваляет постоянно, делает ему зикр? Естественно, это спасение. И Аллах спонтанно, что ему даровал? وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ. И когда он оказался вот на береге, Всевышний Аллах говорит, и мы взрастили над ним, вот это слово, мияктын. По-разному ученые его трактуют, но большинство сводится на том, что яктын это означает тыква. То есть Аллах спонтанно вот этому пророку своему, который оказался на берегу в очень таком болезненном состоянии, взрастил над ним дерево тыквы. И, как ученые говорят, во-первых, листья, да, у него большие, тыквенные листья, кто видел, знает, да, они очень такие большие тени создают. То есть это южные регионы, да, Мосул, там жарко постоянно. Кто там был, знает, там невыносимо под солнцем находиться. И вот Аллах дал ему такое дерево, то есть огромную тыкву. И плоды этого, да, то есть они съедобны в любом этом. И съедобными тыкву едят, ну, в смысле, в сыром виде, не вареным, не жареным. И вареным, и жареным, то есть это блюдо очень с тыквой в различном этом, да, ее можно приготовлять. И, кстати, я так думаю, может, вот Зеверяга тоже потом прокомментирует, у крымских татар очень такое отношение к тыкве, да, даже вот некоторые говорят пиранберлер аше, то есть хабах, да, то есть тыквенная еда. Вот у крымских татар, видать, из-за знания вот этих всех историй, которые в Коране описываются, вот к тыкве было такое уважительное отношение. Вот от бабушки лично своей постоянно слышал, да, пиранберлер аше, вот, еда пророка, да, мол, тыква. И вот эту тыкву, находясь в тени ее листьев, кушая эту тыкву, и также Всевышний Аллах каждое утро и каждый вечер отправлял туда, одни ученые говорят, диких коз, другие говорят, газели, и он пил их молоко. То есть вот какое-то время, будучи, находясь там на берегу, он пил молоко этих коз, либо газели, кушал тыкву и приводил свое здоровье в порядок. И когда он полностью поправился, Всевышний Аллах внушил: иди, говорит, и посмотри в тот город, который ты оставил, Ниневию. И Юнус спросил у Аллаха, что я там увижу? Аллах сказал ему, иди, и ты увидишь. И когда он пришел туда, вот что Аллах говорит об этом. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ. И мы отправили его к 100 тысячам, или даже больше этого. فَآفَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَاهِينَ. Они уверовали, и мы позволили им пользоваться благами этого мира до определенного срока. То есть Аллах Субханаталя опять ему велел туда пойти и посмотреть, и увидеть что. И он пришел, увидел, как 100 тысяч, или даже больше, как говорится в аяте, население полностью уверовали, стали верить в единого Аллаха и во все то, что Юнус бин Матта годами увещевал их. И также Аллах Субхану ва Тааля, подытоживая рассказ об Юнусе, какими нам словами это подытоживает. Смотрите. Фасбир лихукми раббика валя таку кяна хиббильхути изнадахуа макзум. И Аллах говорит, потерпи же до решения твоего Господа. То есть, какого решения? То есть Аллах порицает, говоря Юнусу, что надо было терпеть, пока мое решение полностью 3 дня не придут до конца. Терпи, да, на этом пути. И не, а обращаясь к нам, говорит, и не уподобляйтесь человеку в рыбе, который обратился с мольбой вслух, сдерживая свою печаль. То есть Аллах спонтанно нам говорит, что Юнус бин Матта вот в этом вопросе ошибся. Ошибся, что не дождался до конца своего срока, выделенного Аллахом для этого народа. Второе, он отчаялся. А отчаяние никогда не должно быть присущим для мусульман. И вот этот пример для нас должен быть вдохновляющим к тому, что где бы мы ни находились, в своем народе, в другом народе, делая призыв, увещевая людей, призывая их к исламу, и видя, что они отворачиваются от нас, обзывают нас, оскорбляют, мы не должны ни в коем случае отчаиваться. Ибо этот пример показывает нам, что даже те самые отчаявшиеся люди, если пожелает Аллах, если откроет их сердца, внушит им, они примут веру и встанут на истинный путь. И обратите внимание, я думаю, каждый может привести примеры того, что
люди в своей жизни часто встречают ситуации, что вот к кому-то обращаются с призывом, а он вообще не уверует. Вспомните хотя бы слова, которые говорили по отношению к Умару, радиаллаху анху, что когда к нему обращались с призывом многократно, он постоянно противостоял, да, этому. И люди говорят, что скорее, говорит, Ишак Умара, говорит, примет ислам, чем он сам. Но он когда принял ислам, какую он силу дал исламу и мусульманам? Потому что сподвижники что говорили, да, что мы не могли, говорит, спокойно выходить к Кабе, пока ислам не приняли Хамза и Умар. То есть он силу дал мусульманам, да, и таких примеров огромное множество, когда ты смотришь, что человек алкаш, там, наркоман, прелюбодей, ты думаешь, да он никогда не этот, да, не станет на истинный путь. А потом в один день ты его в джами видишь и шашуб халаса, да? А ты смотришь, какой-то человек может быть, на твой взгляд, нравственный, все хорошо в нем, да, он безупречный, ну там, не соблюдает. Думаешь, а придет время, начнет, да, он по-любому акылын сам, там, он умный, он порядочный, а ты смотришь, человек потом и умирает, и так и не придя к истине. То есть ситуации совершенно разные, да, и вот рассказ о Юнусе бин Марта, он для нас должен быть примером того, что никогда нельзя отчаиваться в решении Всевышнего Аллаха, что нужно действовать, работать на этом пути, стремиться изменять, да, к лучшему все и, ну, помнить при этом, что от тебя действие, а результат от Всевышнего Аллаха. И пусть эта история будет для нас всех вдохновляющей на то, чтобы призывать окружающих нас людей к религии Всевышнего Аллаха, дабы они видели свет, который вот хранится в нашей религии, исламе, и следовали за ней все. Аминь. Сначала я закончил. Если есть вопросы, комментарии, буду рад.